Полное описание и точки до выхода 5 серии 4 сезона сериала «Екатерина. Фавориты». 5 серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. В новой серии мы увидим, как до Екатерины доходят сведения, что потешные полки наследника Павла Петровича перестают быть потешными и уже планируют боевые учения. Императрица также замечает изменения в поведении своего фаворита Ланского. Однако свой недавний приказ установить за ним слежку она отменяет. Тем временем крымский хан Шагин-Гирей присылает князю Потемкину подарок – татарскую княжну Елдуз в качестве наложницы. Императрица докладывает, что Ланской тайно посещает некий дом и носит туда деньги. Екатерина подозревает предательство и требует от него признания. Пятая серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.